Я сейчас вам хотела показать, что я хочу нарисовать для нашей свадьбы. Купила вот такую такое полотно, да, и потом вот такую подставочку, ну, она сюда ставится. И хочу на это полотно нарисовать такое два дерева. Сейчас я вам покажу картинку. В общем, вот такое, ну, если у меня получится, конечно. Только без этих, без людей, без пары. То есть вот эти два дерева, и написать тут наше имя, и 10 лет свадьбы, годовщина, да. И это дерево, тут гости должны вот так отпечатки пальцев делать, да. В общем, сейчас попробую. Рисовать я умею, то есть срисовывать я умею хорошо, а и так что-то самой выдумать я не умею. Поэтому вот сейчас буду срисовывать, посмотрим, что у меня получится. Далее буду простую банку декорировать. Сюда пойдут потом живые цветочки. А сюда я поставлю... Эти баночки у меня были уже. Давненько я их декорировала. Просто также привязала сюда этот. Вот этот шнур. И купила вот такие свечки розовые. Просто поставлю сюда свечку. И все. Готово. На эту же баночку я буду отрезать бантик. Делать. Так, также купила такую длинную траву, ее можно разделить на две, и получается как бы два таких перышка получается. Также у меня еще такая серенькая, коричневенькая, вот это будет у меня в вазе. У меня есть вот такие как бы подносики, и из этого будет вот такая декорация. Ну, сюда еще пойдут цветочки, да, беленькие, розовенькие, то есть не белые цветочки, розовые цветочки сюда пойдут. Или же, ребят, у меня есть такие подносики, я не знаю, на какие лучше. Лучше может быть так, но это я уже по ходу действия посмотрю, там, когда я буду украшать, наряжать стол, я посмотрю, на какой лучше поставить. Можно также перевернуть его, сейчас покажу вам, и вот так поставить это все. Это я уже потом буду смотреть, какой лучше подносик подходит.
Вот, ребят, конечный результат у меня. Я, знаете, когда-то в интернете видела такую картинку. Были вот такие чурки, да, разные. Но они были, правда, разного размера. Одна повыше, одна пониже. И, ну, на них вот стояли всякие вот баночки, да, баночки со свечками. У меня чурки все почти одинакового размера, и поэтому оно не так смотрится. Ну, вот это тоже уйдет, эта тона оттуда. И, ну, в принципе, мне тоже нравится. Знаете, когда вечером будет немножко стемнеет, и мы зажгем вот эти все свечки, будет очень хорошо. И я думаю, что будет хорошо. Вот, это потом зажгем также эту фойер-тоны. Еще, знаете, хотела на эти столбы сделать кукурузные вот эти ветки. Вот как я там в углу поставила кукурузу. Но у меня уже, знаете, нету ни сил, ни времени. Мне еще надо идти погладить. И поэтому передумала. Хотела также гирлянду сюда повесить. Вот как будто не хватает чего-то, да? Но оставлю все как есть. Вот. Тут у нас этот будет столик стоять. Сейчас на ночь я его уберу. Потому что это дождь вдруг пойдет. Тут будет у нас на столе еда стоять. Ну и вот наши столы вот так. Ребят, это я купила рулон обоев. Вот такой вот розовый, немножко с блестками. И положила как такой лёйфа на стол. Вот. Решила я все-таки сделать на круглую эту, потому что на той длинненькой мне не очень понравилось. Ну, вот так пойдет простенько. Кажется, что как будто посередке еще одну надо, да? Надо было бы поставить, но я ставила как бы на каждый стол по одной, да? Поэтому вот так вот. Знаете, для летней вечеринки, я думаю, пойдет самое это. То мне нравится оно нежно так, вот. Ну, вот так у меня получилось. Это мой букет. Муж мне подарил на нашу годовщину свадьбы. Я его решила тоже поставить на улице. Потом посмотрим, когда еду поставим, куда я его. Я его, наверное, сюда на краешек поставлю.